Задорный детский смех, веселые песни и громкие аплодисменты можно было услышать вчера вечером на улице Сальникова, недалеко от гипермаркета «Евроопт». Именно оттуда в свой первый рейс отправился веселый паровозик, который торжественно установили на детской площадке. Малая архитектурная форма в виде сказочного железнодорожного состава стала подарком детям микрорайона от Брестгорсвета и администрации Московского района в юбилей. Получить столь оригинальный подарок не случайно был достоин чести именно микрорайон Вулька. На сегодняшний день он стремительно развивается и является центром строительной отрасли города Бреста. Истина или радость иногда появляется просто по мелочам, понимаете? И вот эти маленькие мелочи под названием благоустройство вот этого пустыря, вроде бы и мелочь, а сколько позитивных эмоций мы испытывали год назад, когда открывали вот эти замечательные фонари ландыши, и сколько замечательных эмоций получает наша детвора, я уверен, в будущем и жители всего нашего города, когда будут проезжать вечером и видеть эти замечательные, красивые, подсвечиваемые паровозики. Это просто здорово, и вот таких мелочей у нас в Московском районе должно быть как можно больше. Это просто радует душу, оно не требует больших финансовых вложений. И в итоге, как говорится, все довольны, все счастливы. Пользуясь случаем, я хочу через ваш телеканал выразить особую благодарность руководству нашего Горсвета. Это абсолютно креативная организация, которая постоянно ищет новые формы самовыражения путем подсветки. И я думаю, что в этом варианте им все удалось. Буквально 2 года назад здесь еще не было вот этого чудесного, ну, в будущем парка. На сегодняшний день это является по праву центром молодежной тусовки. И есть возможность немножко порыбачить и отдохнуть, и провести время со своей семьей. Подобные праздники, безусловно, важны и необходимы городу над Бугом. А такие приятные сюрпризы символично можно назвать подарками не только для молодого поколения, но и для нашего будущего в целом. Ведь маленькие дети, как никто другой, смогут оценить их по достоинству и искренне порадоваться. Я очень рада, что сюда привезли этот паровозик. Он очень милый. И теперь я буду знать, что куда приходить мне с подругами. Нам очень понравилась хорошо составлена программа, хорошо пели. Теперь мы будем знать, куда ходить. На каждый праздник будем сюда приходить. Глава администрации Московского района Александр Рогачук заверил, что на этом благоустройство зоны отдыха в быстрорастущем микрорайоне не заканчивается. В ближайшее время жители ожидают еще немало приятных сюрпризов.